Здравствуйте, в студии Владислав Юрицын. Сегодня мы поговорим об атомной электростанции в Казахстане. У нас в гостях Замир Каражанов, политолог. Здравствуйте. Здравствуйте. Я немного предысторию вопроса. Сначала президент Токаев говорит, непонятно, нужна, не нужна АЭС в Казахстане. Давайте с народом посоветуемся, может, референдум проведем, опросим специалистов. И потом в какой-то момент говорит, позарез нужна электростанция, нужны электростанции, даже не одна. И начинается какой-то опросы в телеграм-каналах, экспертные обсуждения. Вопрос, что произошло в эти недели? В принципе, если говорить по предыстории, она вообще на самом деле начиналась очень давно. Вот как раз обсуждение, какая должна быть у нас структура электроэнергетики. И эти, скажем, дебаты, они шли внутри, скажем, людей, которые связаны с этой энергетикой. Вот. И там обсуждалось как раз строительство атомной электростанции как один из вариантов. И один из вариантов, то, что, в общем, перспективу ветроэлектростанции, да, ну, вместе с возобновляемых источников энергии, в общем, шли очень шумные такие дебаты. И, в принципе, они, насколько я знаю, до сих пор, в общем, поставлена точка не было в этих дебатах, то есть, чтобы определить точно и ясно, что нужно нам и с какими рисками мы можем столкнуться. Вот. Но то, что говорил Токаев, это на самом деле, наверное, так и есть, в том плане, то, что, в общем, вот этот период, когда надо завершать дебаты и начинать уже принимать конкретное решение, мы уже подходим к нему, вот, то есть уже на пороге этого момента, потому что если брать, скажем, перспективу на ближайшие 10, 15, 20 лет, то мы, скорее всего, будем сталкиваться с нехваткой энергии. И вот как раз вот если сейчас мы принимаем решение какое-то, да, то к тому моменту мы уже спокойно, как говорится, дальше начинаем жить и продолжать, и, как говорится, развиваться. Просто, видите, информационный фон вокруг АЭС очень неблагоприятный. Да. В первую очередь, взрывы в Таразе. Да? Да. Я понимаю, что специалисты пишут, что современные атомные технологии гарантируют 100% безопасности. Но наши люди, они чего боятся? Что никто не гарантирует, что эти технологии будут на 100% соблюдаться. И вот как правительство собирается решать вот эту проблему, скажем так, АЭСа-боязни среди населения? Но эту проблему на самом деле трудно решить. Ее, в принципе, вот эта радиофобия, она, в принципе, не решается. Потому что там, если брать другие страны, да, их опыт, в принципе, все страны, как говорится, выступают в основном население против строительства атомных электростанций. В Германии уже, в принципе, принята программа о том, что вообще отказаться. Они уже все, по-моему, закрыли. Нет, пока еще у них и работают, но продлили их работу, по-моему, до 2025 года. То есть вот так вот. Но уже процесс идет, они уже деньги туда вкладывают. Причем деньги очень хорошие на то, чтобы, скажем, избавить свою экономику от атомных электростанций. В других странах, допустим, в Италии тоже были 4 электростанции, их закрыли благополучно, как говорится, после референдума, кстати говоря, после Чернобыля. Вот. То есть, в принципе, вот этот процесс, он идет. То есть, люди, не все равно, взорвалась электростанция или не взорвалась, понимаете? Здесь дело в том, что 100% вам гарантии никто не даст. Сейчас поколение, по-моему, идет 4+, что ли, этих атомных электростанций. Каждый раз поколение, когда усиливается, это речь идет о том, что принимаются новые меры безопасности на уровне технологий, да, которые снизят риски ядерной, как говорится, взрыва атомной электростанции. То есть мы уже сейчас видим 4+, да, то есть каждое поколение решало какие-то свои проблемы, и тем не менее эта проблема, она не останавливается, понимаете, она постоянно, поколения растут, и постоянно, скажем, вот эта безопасность она стоит на первом месте. Так что в данном случае однозначно, как говорится, никто вам 100% гарантии не даст относительно того, что эта электростанция, она не взорвется и будет работать благополучно. Есть еще один момент, кстати, интересный, это то, что вот эти три крупные аварии, которые были в атомной электроотрасли, да, они все произошли, видите, в развитых странах, технологически развитых странах, которые, кстати говоря, сами были поставщиками ради атомной энергии, да, то есть этих электростанций. Тем не менее, вот именно в этих странах и случились самые крупные аварии. Вот. Это уже сам по себе факт заставляет, как говорится, задуматься по поводу того, насколько все-таки безопасна атомная электростанция и вообще атомная энергия, да, то есть если до такого доходит. Вот. Второй момент это то, что страхи эти связаны, конечно, и с фобиями такого рода, то, что всегда вот говорят, то, что атомная электростанция безопасна, всегда говорят, то, что авиация безопасна, каждый раз перепроверять и так далее. Но мы понимаем, то, что на дорогах гибнет больше людей, но ведь по части фатальности, в
вот этих катастроф в том же авиаотрасли, да, то есть фатальность, если что-то произойдет в воздухе, вероятность того, что все благополучно закончится, она гораздо ниже, чем на дороге, понимаете, то есть сколько вот этих аварий было, допустим, на ДТП, да, вот мы каждый день их видим, но не в каждой аварии гибнет люди. По 200 человек. Да, понимаете, ну если в самолете такое происходит, либо в атомной отрасли, да, то тут, конечно, уже вопросы, ну, люди обычно и уже исходят из того, сколько жертв было вот этих аварий. То есть вот это ощущение, то, что неизбежность, неотвратимость, она, конечно, очень сильно влияет на, ну, наверное, на психологию самих людей, кстати, и это очень сильно влияет на тех людей, которые подверглись радиационному обучению, потому что есть исследования, которые говорят, что эти люди просто не из-за того, что они, как говорится, обучение подверглись, то есть обучение там было небольшое, люди просто сами себя психологически убивали, ну, изматывали на вот этой почве, то, что все неизбежно и все фатально. Ну, люди, которые, скажем, не подверглись, они тоже вот оказываются примерно в такой же ситуации психологически, то есть они сами тоже понимают, если что-то произойдет, то фатальность достаточно вот очень высокая. АЭС – это процесс не быстрый, да? К тому же он под присмотром МАГАТЭ. Вот даже с места начинается, выбрали там-то ставить АЭС, уже приезжают международные инспекторы. Да. Вопрос, может ли Казахстан надеяться, что международные инспекторы проследят и, скажем так, не навредят, а помогут? Вы знаете, конечно, МАГАТЭ, она будет участвовать в этом деле и действительно будет инспектировать вот эти все дела. Но ведь вы посмотрите, вот эти даже три аварии, которые случились. Там ведь не только технический фактор, там не только природный фактор участвовал, там был еще и человеческий фактор. То есть ошибка операторов была, понимаете. На той же Чернобыльской АЭС я не могу понять, почему решили делать эксперимент. Причем на действующей электростанции, хотя, казалось бы, такие вещи надо уже делать где-то в лабораторных условиях. Но тем не менее, как говорится, случилось то, что случилось. И там, конечно же, помимо человеческого фактора, было стечение негативных обстоятельств. Потому что, еще раз повторяю, у катастрофы не бывает одной причины. И последующие, скажем, проводились экспертные, как говорится, ну, исследования, да, на вот эту тему, не могли точно установить именно реальную, как говорится, самую действенную причину, да, то есть это было действительно стечение нескольких обстоятельств, и одно из обстоятельств это был человеческий фактор. Когда люди начинают со сложной техникой говорить на «ты», они в конце концов вот могут допускать вот такие ошибки. Это то есть беспечность, это уверенность сами в себе, понимаете, то есть такие факторы. МАГАТЭ тоже надо понять, что у них есть своя инструкция, своя техника безопасности, они это действительно, как говорится, учитывают и так далее. Но понимаете, я всегда исхожу из того, что реальная жизнь гораздо сложнее и гораздо богаче, чем любая инструкция. Понимаете, то, что в реалиях может произойти то, что в инструкциях не заложено. И как раз вот такие моменты, они вот дают о себе иногда знать и приводят к таким последствиям. Конечно, МАГАТЭ, она будет там участвовать, поскольку, как говорится, мы члены вот этой организации. Вот, и, естественно, как говорится, контролировать все это будет. Но, опять же, никто вам 100% гарантии в данном случае никакой не даст. Скажем так, наблюдатели отмечают, что после того, как министр энергетики Казахстана стал акимом Мангистауской области, то это уже признак того, что политическое решение принято. Ну, он же сам не был адептом АЭС, а поставят человека, который к АЭС относится положительно. Но здесь другой вопрос. А вот эти разговоры о слушающем государстве, что нужно спросить население, никаких признаков нет, что будет референдум по тому, хочет ли население Казахстана атомную электростанцию или не хочет. Ну да, это, понимаете, такая проблема, которая действительно во всех странах, где, как говорится, по крайней мере, точно закрывали и, вот, или хотели открывать. В принципе, в большинстве стран абсолютно это проводились референдумы. У нас, конечно, это должно тоже быть как бы какой-то хотя бы референдум, потому что это все-таки политическое решение, оно требует политической воли, не руководства, а, скорее всего, наверное, самого всего населения Казахстана. Так что в данном случае, конечно же, по таким сложным вопросам необходимо проводить референдум, чтобы, как говорится, удостовериться, готово ли население, как говорится, ну, мириться с тем, что будет атомная электростанция, как говорится, у них под боком. Вот. Но у нас еще есть такая традиция в Казахстане, это принимать такие решения кулуарным образом, и это, конечно, очень будет негативно скатываться. Почему? Я понимаю, конечно, специалисты, они лучше разбираются в таких вопросах, в том числе и в вопросах радиации, радиационной безопасности, но надо понимать, что здесь надо, конечно же, когда принимается такое решение, учитывать очень много вопросов, рисков, связанных с атомной электростанцией. И, ну, речь идет не только о преимуществах, конечно, энергия очень дешевая получается, да, ну и, скажем,
о последствиях думать, понимаете, скажем, в области экономики какие плюсы будут, какие минусы, да, в области экологии какие будут плюсы, какие будут минусы, понимаете. Ну и в политической сфере тоже, кстати, очень часто поднимает этот вопрос, то, что Казахстан может стать зависимым от поставщика вот этой электростанции. То есть как вот эти вопросы можно избежать и как решить, это тоже очень важный вопрос, когда мы ставим, обсуждаем атомную электростанцию и ее строительство. Почему? Потому что это очень, скажем, энергозатратный проект. Я, насколько знаю, Узбекистан, который заключил с Россией сделку по строительству атомной электростанции, по-моему, там сумма фигурирует в районе 12-13 миллиардов долларов. Вы понимаете то, что у нас... Это при том, что российские АЭС, они в разы дешевле, да, американских. Да, да, да. И то, что учитывая то, что Россия пошла навстречу Узбекистану, то есть не стали, как говорится, спекулировать на проблеме цены, да, то есть, ну, как по-дружески, в общем, договорились. Вот, то есть уже расходы, вот. А если, допустим, брать расходы в случае аварии, да, вот, сейчас где-то несколько лет назад Украина называла сумму, то, по-моему, 180 миллиардов долларов, понимаете, от Чернобыльской АЭС. Это же отчуждение. Один только саркофаг у них, по-моему, если не ошибаюсь, 2 миллиарда стоил над этой электростанцией. Ну, что такое 180 миллиардов долларов? Это, по сути, весь объем казахстанской экономики, понимаете? То есть вот таков ущерб был. То есть Украина, допустим, даже если строя, допустим, вот эти саркофаги, занимаясь ликвидацией последствий этой аварии, она не могла самостоятельно, как говорится, вот эти вопросы решать, потому что у нее просто средств не было таких. И там действительно требовалось подключение других стран. У нас, кстати, Казахстан, помню, еще при Назарбаеве высказывал мысль о том, чтобы ввести такую норму об ответственности стран, которые имеют в своей экономике АЭС, перед другими государствами на случай чрезвычайного положения. Имеется в виду, у нас в международном праве нету такой нормы, что если, допустим, где-то происходит авария... А облако к себе прилетело из-за границы. Да, да, да. И что вот эта страна, она должна компенсировать ущерб, понимаете? Вот вспомните, как в Чернобыльской было АЭС, да, то есть все ахнули, а компенсации никакой не было. То есть, ну, как говорится, вот этого ответственности не было. И, конечно же, вот такие меры, они, мне кажется, все-таки необходимы, поскольку отрасль действительно очень взрывоопасная, да, то есть очень экологические, как говорится, ну, имеется в виду, в случае аварии экологические, в общем, последствия могут быть большие. Здесь, конечно же, надо повышать ответственность, хотя бы, знаете, для чего? Не в плане того, чтобы даже восполнить ущерб, хотя бы, чтобы страна и те, кто работают в этой отрасли, они всегда понимали о последствиях, понимаете, чтобы не было такой расхлябанности и бездарности, понимаете, чтобы люди, которые там работали, понимали, во сколько это может обойтись стране, понимаете, насколько высоки здесь риски и, соответственно, должны быть высоки ответственности, ответственность в таком случае. Давайте все-таки подведем промежуточный итог. Вот здесь Гордиев узел, да? Население, какие бы там ни рисовали цифры в Телеграме, оно против АЭС, политическое руководство за, но кто будет принимать вот ответственность на себя политическую, если кто-нибудь выйдет и скажет, что вот мы встроим АЭС. Из кого потом спрашивать? А, ну, вы знаете, такая ответственность, она будет приниматься от того, кто принимает решение, понимаете. И опять же, если будет население, ну, то получается, если население проголосует, ну, она уже так проголосовала, что ж вы теперь хотели-то. Первое, если будет куарно приниматься, ну, тут, конечно, большие вопросы, кто будет нести ответственность, потому что, ну, скорее всего, будет ответственность будет нести тот, кто поставил подписи под документом. Вот это будут непосредственно люди, которые отвечают за этот вопрос. Что касается, кстати, интересный момент по поводу политических рисков, о том, о чем у нас говорят, это тоже, кстати говоря, один из таких моментов. То есть зависимость от страны, которая строит АЭС и поставляет топливные таблетки. Да, да, да. Вот этот момент, мне тоже кажется, надо думать о том, как, скажем, снизить вот эту зависимость, понимаете. Это, скорее всего, будет необходимо вносить какие-то нормы в договор по АЭС, при котором, как говорится, страна обязуется поставлять, скажем, необходимые комплектующие, да, для этой АЭС. Но при этом, чтобы она не могла оказывать какое-то либо давление на руководство вот нашей, допустим, страны. Да? То есть здесь, конечно, в договоре должны, вот, мне кажется, такие моменты учитываться. Должны учитываться ответные меры в случае того, что если страна, допустим, попытается это что-то сделать, понимаете. И вот иногда говорят о том, что надо разделить риски. Да? Вот тоже, ну, бизнес там говорят, да, давайте разделим риски, да, вот на вот такие случаи. Но здесь, скорее всего, не разделить риски, а, скорее всего, делать механизм взаимных рисков. Да? То есть
есть если когда страна начинает так себя вести по отношению к другому государству, да, чтобы она сама столкнулась с последствиями своего же решения. То есть здесь, конечно, на уровне договоров надо, как говорится, вот такой момент обсуждать. И еще один такой момент, конечно же, мы все понимаем, что у Казахстана есть очень большой запас урана, и это надо необходимо, конечно же, использовать. У нас уже несколько лет говорят о том, что надо создавать вертикально интегрированную компанию, да, которая от начала и до конца сможет вот этот весь цикл, как говорится, сама заниматься вот этими делами. Так вот, мне кажется, что если уж дело пойдет об атомной электростанции, конечно, в этот договор надо и включать о том, что создавать какие-то совместные производства, которые способны обслуживать эту атомную электростанцию. То есть становиться немножко независимыми, во-первых. Во-вторых, пытаться, как говорится, выйти на рынок уже не просто сырьем, а с какой-то готовой продукцией. Ведь посмотрите, сегодня поставщиками, скажем, атомных электростанций выступает не только, скажем, Россия или США, да, там, Франция. Да. Есть страны, допустим, та же Южная Корея. Да, вот, то есть страна, которая, в принципе, отродясь, по-моему, насколько знаю, там не было, как говорится, урановых этих руд, если не ошибаюсь. Но у них очень много атомных энергоблоков. Да, да, да. И тем не менее, они, как говорится, смогли вот, создать сегодня работают на этом рынке не только, как скажем, ну, они являются тоже поставщиками, как говорится. Вот, не вот только потребителями. Да, вот. То есть они это смогли, как говорится, вот этот момент преодолеть. То есть здесь, мне кажется, если мы речь идет о том, что будем строить атомную электростанцию, конечно, здесь надо очень много нюансов, как говорится, оговаривать, в том числе в договоре, и в том числе, мне кажется, надо, конечно же, если мы хотим быть независимыми, то должны что-то делать независимо от других. Просто вы когда сказали про договор, где все предусмотреть, но здесь тоже очередная печалька всплывает. Казахстанцы не знают, даже члены парламента не знают договоры с сырьевыми нефтяными компаниями. Конечно, а тут АЭС, и еще чтобы все нюансы. Мы опять в Да, нет, ну видите, здесь такой договор, конечно, не казахстанцы же будут подписывать, да, есть представители от страны, от населения страны. То есть это уже должно быть, конечно, просматриваться и оговариваться уже. Компетентные органы должны вот такие вещи продумать. Еще, наверное, там на 500 страницах будет. И тоже не каждый человек знает, что на 184 странице третий абзац, вот это лучше поменять. Да, то есть, конечно же, конечно. Ну, это просто уже, когда будет готовиться, допустим, договор, такие моменты, конечно, надо учитывать. Потому что это все тоже, кстати, одно из опасений определенной части населения. И эти опасения тоже надо учитывать, ну, для того, чтобы просто развеять какие-то сомнения. Дополнительные гарантии необходимы, конечно же. Еще раз все-таки, почему вот тема АЭС так резко ворвалась в казахстанскую тематику? Да, ну, в принципе, я как сказал, по срокам уже подходим, да. Ну, поскольку по срокам подходим, президент просто это озвучил. Ну, естественно, у нас население, оно просто, ну, как скажем, немножко болезненно относится к этой теме. И, естественно, вот эта тема, она просто начала взрывать весь интернет и информационное пространство. У нас, кстати говоря, в свое время тоже поднимали вопрос, там, чуть ли не в Алмате строить, помните, да, атомную электростанцию, Балхаш. Потом говорят, то Балхаш, то да, Каспий. Да, да, кого да, не да. жалко. Да, да, кого не жалко, получается, да. И вспомните, какова была реакция населения, и что после этого, честно говоря, мне кажется, уже в руководстве страны предпочли уже эту тему просто, не то что говорится, ее обсуждать, просто на эту тему разговаривать по мате. Ну, эта тема, естественно, она тихо сошла на нет. Вот. И опять же, как говорится, заново подняв этот вопрос, опять же, этот общественный резонанс возник. Но это, кстати, еще раз говорит о том, что вот это решение, оно не должно приниматься кулуарно. Оно должно, конечно, приниматься на уровне референдума. Большое спасибо. У нас в гостях был Замир Каражанов. Мы разбирались с АЭС в Казахстане. До свидания. До свидания.